Thank you.
Он сказал, что ты можешь остаться. Меня зовут Среда. Ее — Пятница. Меня зовут Жанна. Thank you.
Как вы все это терпите? Бог терпел, нам велел. Ты что, дура? Да хоть горшком назови, только гадить не садись. Но он же бьет вас. А бьет, значит, любит. Тьфу ты. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Боюсь, что не могу назвать этот день добрым, все мы знаем почему. И если это мой последний выход в эфир, который может внезапно прерваться, то пусть вас это не обескураживает. Если вы верите в Бога, советую именно сейчас Ему помолиться. Но самое главное, пусть все, кто меня слышит, посмотрят сейчас в последний раз траву, на небо, самое главное, успеет обнять тех, кого он любит, самых близких своих людей. Скажите им какие-то главные, добрые, нежные слова, потому что времени у нас остается очень много.
такое женщина? Что такое женщина? Вот стоим мы здесь на костре. Вот все, что можно на нем сжечь, это и есть женщина, по большому счету. Вот она, женщина, настоящая. Нужна ли женская эмансипация? Эмансипация? Чего такое? Я таких слов-то не знаю. Вообще надо выкинуть это из словаря. Это женская... Освобождение женщины от мужского гнета. Ну вот если сейчас ее, не знаю, освободить вот этот вот... бревно. Она же с бревном упадет и покалечится. Как можно ее вообще уравнивать в правах? Ну, пусть привязана стоит. И все самое место. Есть ли вообще такая проблема насилия мужчин в отношении женщин? Мы называем это проблемой, естественно, но это нормально. Течение жизни и положение вещей. Надо ли бороться против так называемого мужского насилия? Нет, ну если оно приводит к членовредительству в прямом смысле слова, там, выкалыванию глаз, отрезанию ушей, языка, отрубанию пальцев, тогда, наверное, надо. А так, я думаю, женщины психологического насилия это совершают еще и побольше, чем мужчины. То есть ничего нельзя изменить в основах культуры. Женщина всегда будет страдать, мужчина всегда будет над ней самоотвергать. Да, женщина где-то, жертвенность в ней, наверное, изначально заложена. И зачем вам это надо, эта жертвенность? Ну, чтобы любить мужчину. Все, опять замкнутый круг. Ну, то есть нет такой проблемы насилия в отношении женщины? Ну, наверное, есть, если там... мужчина действительно какой-то больной человек, и он издевается над женщиной. А когда это закономерно, действительно за дело, тогда какое же это насилие? Это воспитательные меры. А можно ли сказать, что женщина по природе своей мазохистка? Ну, даже не знаю, может быть и да. Мазохистка. Женщине же свойственно самопожертвование, а это всегда насилие над собой. И если бы это было для нее действительно каким-то страданием, я думаю, она на это бы не пошла сама. Тогда да, тогда, конечно, женщина-мазохистка по своей природе выходит. Тем, что она мягче, терпимее, кажется. А вот если представить себе, что после какого-то катаклизма общество, которое осталось, может быть, отдельные его представители, выжившие после катастрофы, находятся в равных стартовых условиях. Женщины столь же физически сильны и интеллектуально ничем не уступают. Можно ли представить себе, что на руинах этого старого общества образуется какое-то совершенно другое общество, где и женщина будет играть другую роль? Или нет? Или опять будет то же самое? Ну, если женщины станут равны, мужчинам по силе и по интеллектуальности? Да, исходя из равных стартовых условий. Ну, а культурные традиции уже не работают. Ну, тогда же будет, они будут абсолютно равны, тождественны, мужчины и женщины. Тогда, наверное, мужского и женского уже существовать не будет. Должны быть различия, должна быть определенная... система, схема взаимоотношений. Должна быть световая дифференциация штанов? Ну, иначе нет цели? Наверное, так. Природа же нас создала, наверное, все-таки такими. И даже в результате катаклизма какого-то, да, апокалипсиса, все равно вернется все на круги своя, наверное. Природа сама нас судит. Хотя какую-то чушь вообще несу. Да? Что-то не то. Как-то бред. Все, я ухожу. Про что этот фильм вообще? Про что этот фильм? Хороший вопрос. Мне вообще кажется, что это какая-то чушь собачья. Это больше похоже на
пособие в постапокалиптическом быте, о том, как добывать женщин себе после этого. И героиня вообще какая-то непонятная, бесхарактерная. То есть как-то она до этого выживала одна, все вроде нормально было, ну да, страшно. Потом попала к нему и опять же спрашиваю, почему у нее тут... Почему все так происходит? Тем не менее, она остается. Вообще не мотивирована абсолютно. Нигде не прописано. А, ну конечно, главный герой. Главный герой здесь... Сразу понятно, что фильм снимал мужчина. Потому что это, опять же, миф о маскулинном насилии, о мужском шовинизме. Потому что, ну как, мужчина главный, женщина на него пашет, он бьет ремнем. Ну хотя, да, хотя если говорить о женской субъективности, то, наверное, все-таки этот фильм прав. В том плане, что женщина, она... Мазохизм вообще в ее природе, ну как... Стой, ты это серьезно сейчас говоришь или ты в роли находишься? В роли. А серьезно скажи. Забудь о роли. Какой? О своей роли в фильме. А. Серьезно. Нет, вы не понимаете. Ну, я же не о том женском мазохизме говорю. Ну, слово мазохизм здесь не совсем уместно. Я бы сказала, здесь дело-то не в том, что она испытывает на себе насилие, там, удовольствие этого насилия. Она делает сознательный выбор. Она делает экзистенциальный выбор. Более того, она способна на него, она его придерживается. Она может пойти на эти уступки, на то, чтобы действительно чем-то вот в себе переступить, что-то перетерпеть, для того, чтобы все было лучше, чтобы было хорошо. И она, женщина, именно женщина, может стать бытием другого. По-настоящему стать бытием другого. Никак из вас не выбить это уважение к ремню. Ну, это не уважение к ремню, это в какой-то степени ритуал, что ли. Уважение к символу мужской власти. Возможно. Ну, к тому же мужчине важно тешить его самолюбие, что ли, как-то самоутверждаться. Там же у него другой возможности, кроме этого, нету, правда, на самом деле. Если бы женщина не верховодили, что бы от него осталось? Это был бы уже не мужчина. Это было бы что-то аморфное, непонятное. Чего мужчина? Все равны в правах. Потому что он хозяин в доме. А кто его сделал хозяином в доме? Что, запугал всех, чтобы стать хозяином дома? Или он умнее и сильнее, и тогда должен хозяйствовать? Да. Да? А если женщина и мужчина будут одинаково физически сильны, одинаково умны, кто будет хозяином? Мужчина. Почему? Геном ремня. Это открытие, на самом деле.